То слоё плёнки на петрушке ТВ обставит. Повернись к камере. Всем привет, ребята, нам пришла офигенная идея для видео. Короче, ребят, только после постройки форта нам могла прийти такая ебаная идея. Мы будем строить дом из пленки на дереве. А теперь погнали в магаз. Короче, ребят, после форта и снега нам пришла более странная идея сделать дом из пленки. Как вы знаете, у нас был штабик в Солнечном, и там остался только пол, и мы решили обмотать стены и сделать потолок из пленки и заснять это. Смотрите, что у нас получилось. Короче, ребят, смотрите, сколько один такой рулон стоит. У нас же партнер как оставит за 10 просмотров. Так, короче, выбираем. Будем покупать. Пойдем строить. Короче, ребят, мы просто сейчас на 680 рублей купили прозрачную. Okay. I'm peep with it. I'm peep with it. I'm a player baller. I'm a player's athletic. I'm a peep A1. All got street cred. I'm a player baller. I'm a player's athletic. Короче, ребят, все, мы пришли в наш форт на дереве. Сейчас будем его строить. Вот наша пленка. Вот она, погнали. Короче, ребят, вот мы сделали две стены из пленки. И что-то мы тупанули, и не знаем, как делать еще две. Хоть у нас пленки еще осталось, ну, нормально. Но солнце уже заходит, мы сегодня уже, наверное, все. Завтра, вот, не знаем, будем думать, как еще две стены делать. Правда, у нас пока стены с дырками, но мы их еще раза два будем обматывать. Вот такой вот у нас пока получается дом из пленки на дереве. Короче, ребят, здорово, второй день съемок. Мы сейчас идем в наш форт. Вот, нам Макс присоединился, вон там Некит. Сейчас будем продолжать строить наш дом из пленки. Погнали. Короче, ребята, у нас получается дом без гвоздей. Мы вот так сделали две доски, потому что не продумали, как мы будем четыре стены делать на деревьях. Мы решили сделать вот такие четыре доски. Значит, сейчас на той стороне буду делать, пацаны. Я их засниму красиво вообще. Побелим потолок, потолок, потолок. Как бы ни был он высок, он высок, он высок. В доме каждая стена тоже белой быть должна. Big city life, my try forget my pressure eyes up no matter what my try. Big city life, here my heart have no base, and right now Babylon upon my case. Big city life, try forget by pressure eyes up no matter what my try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon my case. Короче, ребят, мы уже сделали 4 стены, правда, одна у нас капец дырявая, тут просто очень много веток. А эти нормальные, вот сейчас Макс доделает крышу. Будем тут жить, пацаны. Короче, ребят, только Петрушки ТВ могло прийти в голову идея обмотать человека пленкой полностью. Сейчас увидите, что у нас получилось. Your hands and feet. Kissing my hand in your face. Better than that, you speech. Pulling a dagger up out of my face. I face it.
какой у нас чел получился, Макса там живой нет. Стой, я тоже видос покажу. Короче, дом из флёнки, человек 100 слоев флёнки, оботали его. Здорово, ребят. Пацаны, для наших пацанов. Короче, Макс, живи, сейчас еще попробуй ник там мотать, да, ник? Да. Все, погнали. Короче, ребят, два вот таких типа у меня получились. Ставьте лайк за это, пацаны. Я покажу лайк. Они не могут вам показать, что вы поставили. Мой бит. Они не могут вам показать, что вы лайк поставили, но вы поставьте лайк. Короче, пацаны сейчас будут пробовать порваться сами, без моей помощи. Это невозможно! Боля? Да. Не, в натуре боли. Смотри, могу спокойно бить, пацаны. Пацаны до сих пор порваться не могут. Смотри. Друг друга бить уже начали. Не толкай. Давай. Короче, ребят, нас размотали. И это сейчас... вообще все монтаж было, дебил. Короче, ребят, вот такой у нас получился дом из пленки. 15 лайков, следующее видео, как обещали, будем строить форт из снега. Да, Макс? Эпик мега форт из снега. Если была бы вода водкой, я бы был подводной лодкой.